Воображение поэта рисует часто на полях людей, предметов, силуэты, инициалы в вензелях. Всего лишь год прошел с выхода книги «Вершки и корешки» преподавателя и руководителя театральной студии «Художественное слово» Видновской школы номер 7 Андрея Коршунова. И вот увидел свет его новый поэтический сборник «Силуэты на полях». Я пишу довольно много, как говорил классик, «Ни дня без строчки». Вот. И поэтому у меня накопилось достаточно большое количество стихов. Я из первой книги взял стихи и новые стихи, объединил их в разделы тематические и издал новую книгу. «Силуэты на полях» могут похвастаться необычным оформлением, которое автор разработал совместно со старшей сестрой своей ученицы, дизайнером Ксенией Сидельниковой. Книга стилизована под сшитые ученические тетради, рисунки на полях из архива автора. Есть также и пустые странички на случай, если читатель после прочтения стихотворений сам захочет что-то зарисовать или записать. Это Пушкин с его рисунками на полях и поля, которые вечерние поля Цветаевские. И я подумал, что как было бы здорово объединить смысл литературного труда и эмоционального. На презентации книги пришли друзья и коллеги поэта, а также его ученики и их родители. Воспитанники театральной студии вдохновенно читали свои любимые стихи из сборника. А нам еще так мало лет! Все заросли для нас гиганты! Стекляшки в бусах, бриллианты, в руке коряга, пистолет! Не удержались и прочли несколько стихотворений со сцены и взрослые гости презентации, а также сказали немало теплых слов в адрес самого автора. Вот у Андрея Валерьевича все просто и понятно. Вот даже для детей мы читаем его стихи и понимаем все эти детские эмоции, счастье, грусть, разочарование. И он вообще очень хороший человек. Мне нравится подход к Андрею Валерьевичу, как он организовывает детей, какие он сценарии подбирает. Он каждому индивидуально, не просто так дает стихотворение или какую-то роль в спектакле. Он смотрит на ребенка, он видит его душу и понимает, что ему подойдет. И, конечно, это не просто творческий, это профессиональный подход. Тираж у книги небольшой, всего 100 экземпляров, но автор признается, она не последняя. В ближайших планах также издать сборник авторских сценариев, которых за время работы накопилось великое множество. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.